Наконец-то выходной день. Надо срочно сваливать! О нет, меня затопило, и это явно не лава. Срочные новости, в эфире Алексей Козлов. Меня зовут Алексей Козлов, и в эфире срочные новости. Катастрофа в Кисловодске. Мы думали, такое возможно только в кино, но это реальная жизнь.
По неизвестным причинам вулканы начали извергать желтую спиртосодержащую продукцию, по вкусу напоминающую пиво. Оно льется вместо минеральной воды и уже затопило многие улицы города. Он парализован, но местные жители не спешат покидать свои жилища. Один из них сказал, цитата, «Такое счастье бывает только раз в жизни, напьюсь до смерти». Конец цитаты. А вам, дорогие телезрители, мы можем порекомендовать беречь свое психическое здоровье, ибо от такого и свихнуться можно. Что это за бред? Вулканы, извергающие пиво! Где подтверждение от МЧС о массовой эвакуации? Как возможно такое вообще? Что это? Центральное телевидение еще называется, господи. Ну что вы эти вулканы чай извергали? Когда я наконец чай свой получу? Что это такое? Город Кисловодск был полностью уничтожен лавиной из пива. Казалось, что все потеряно, однако уже через 5 лет город смогли восстановить. Началась его новая история. Алексей Козлов еще вернется в фильме Влада Стрельчука «Интерстеллар 3. Zero X». Господи, не найдешь нигде. Дубль 3. В эфире срочные новости. Дубль 4.